7 стих, извиняюсь, 6 стих, начало, и 9 стих, вторая половина. «Только в Боге успокаивайся, душа моя, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Очень знакомые стихи. Уповай на Бога. Братья, в нашей жизни немало моментов, когда хочется уповать, когда нужно уповать. И в любом возрасте, мне кажется, этот стих актуален, чтобы уповать на Бога, чтобы утешаться Богом. И более того, здесь слова такие, они мне очень дороги. «Изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Когда в нашей жизни мы, как служители, имеем такое время и находим такое время, чтобы поплакать перед Богом, чтобы излить пред Ним свое сердце и при этом насытиться, и при этом поиметь общение с Богом, это большое благословение для каждого из нас. Поэтому очень хочу от нас всех пожелать, чтобы вы на Бога уповали и чтобы вы изливали пред Ним свое сердце, а Он, как Небесный Отец, поймет, успокоит и ободрит. Мы вас, братья, от всего нашего совещания сердечно поздравляем. А также разделяем скорбь служителя Одесской церкви Николая Седак, которого я хорошо знаю, в связи с тем, что от взрыва бомбы погибли дети. И вы можете себе представить эти похороны, друзья, братья возлюбленные. Поэтому давайте будем поддерживать их в молитве, чтобы Бог помог им все это пережить. В нашей жизни встречи, расставания, грусть и радость тесно сплетены. После смеха горькие рыдания, после слез дыхание и тишины. И не всегда нам все понятно, что в жизни кажется порой. Да? Не всегда нам в жизни все понятно, то, что горем кажется порой. Если не взгоды встретишь пути, и тяжело будет к лесу вести, то обратись к Иисусу, мой друг, Он скажет слово. Меня.